Всем здравствуйте! Сегодня история от подписчицы. Если вам нравятся такие видео, ставьте лайк, подписывайтесь, распространяйте видео в соцсетях. Это очень поможет продвижению канала. Давайте начинаю зачитывать. Итак, добрый вечер, уважаемая Галина. Хочу обратиться к вам со своей проблемой, которая гложет меня давно. Понимаю, что письму тяжело дать рекомендации, так как это не личная терапия, но для начала хотелось бы просто послушать разбор на канале, если есть такая возможность. Дело в том, что я ощущаю как будто внутренний барьер и страх при знакомстве с мужчинами или просто в общении. Я не могу сказать, что у меня много комплексов или я сама себе не нравлюсь, но такое ощущение, что самооценка не такая высокая, как хотелось бы. Себя я считаю достойной девушкой, не глупой, мне нравится моя фигура, я не имею вредных привычек, но с личной жизнью как-то не складывается. К тому же я ставлю себе жесткие рамки касаемо секса. Не могу себе позволить отношения для здоровья или случайные какие-то связи, месяцами обхожусь без интима. Мне 31 год. В том, что я была 20 лет, там описочка была 10 лет, в больных отношениях, в которых чего только не было. Ссоры, расставания, ненависть, потом снова любовь. Но что бы ни случилось, я всегда хранила верность одному мужчине, которому я когда-то досталась девственница и юные годы. Мне неловко писать такие личные подробности, но я пытаюсь просто донести всю проблему. Сразу хочу обозначить, что я не терпила в отношениях и в обиду я себя не дам. Характер у меня не из спокойных, но, судя по всему, невротик, который сегодня ненавидит, а завтра любит. Могу оскорбить, могу обидеть, выгнать мужчину из дома, не проблема. Но потом я перестаю злиться, принимаю его обратно. В официальном браке я не была, но в отношениях родилась у нас дочь. От мужа в кавычках, ну типа гражданский брак, да? Я уходила, потом возвращалась за время нашего расставания. У него были другие сексуальные связи, о которых я потом узнала. Но я всегда была либо с ним, либо одна. Понимаю прекрасно, что достойна лучшей жизни, лучшего отношения. Но откуда такой страх? Что-то менять я не понимаю. Иногда думаю, что лучше буду одна, если не смогу встретить своего человека. Я всегда думала, что как бы там ни было, все равно за столько лет мой мужчина уже родной для меня. Но столько боли, сколько мы причинили друг другу, не могут причинять родные люди. У меня 31 год, всего лишь один половой партнер. Но я не ханжа, не мусульманка, не фригидная, но очень серьезно отношусь к интимной связи. Мужем, в кавычках, сейчас отношения зашли в тупик. Скандалы привели к тому, что мы стали чужими людьми. Живем в одной квартире и уже год практически не общаемся, у каждого своя жизнь. Он часто может не ночевать дома, а мне и в радость, когда его нет. Что даже иногда прошу его не приходить, когда не хочу его видеть, а душа у меня в душе обида. Не расходимся пока что из-за общей квартиры. Я понимаю, что нужно налаживать личную жизнь, обрести здоровые отношения, семью нормальную. Но если с кем-то начинаю общаться, мне все не такие... Мне все не такие, и все не нравится. Боюсь еще раз ошибиться, чтобы не попасть еще хуже, чем было раньше. Хотя я очень хочу женского счастья, быть любимой и любить. Мне очень одиноко по-женски. Муж, в кавычках, живет, как ему хочется. По выходным развлекается где-то, я думаю. А я сижу дома с дочкой. У меня почему-то будто совдеповские установки какие-то в голове. Быть порядочной, верной, недоступной. Хотя кому эта верность вообще нужна? Или отношения такие, где меня не ценят? Муж в кавычках говорит, что за мою порядочность меня и полюбил. Видимо, ему это было удобно просто. Помогите, пожалуйста, понять, что со мной. Вы совершенно правы, прям все правильно оцениваете. Про установки хорошо, что заметили. Я немножко попытаюсь предугадать. Письмо это, конечно, нужно лично разговаривать. Попытаюсь сформулировать причины, почему вы так пришли. Что мне дает повод так размышлять? Фиксация на сексуальности, на партнере. Да, есть установки базовые из семьи, которые вам диктовали. Видимо, вам надо было бороться за любовь родителей, одобрение, поэтому ребенок такой установки за мантру просто воспринимает и 100% им придерживается всю жизнь. Они просто идеально входят в поверхность мозга ребенка. Мы вырастаем такими, как хотят нас видеть родители, для того, чтобы получить их любовь, внимание какое-то к себе, вами занимались. Я расскажу примеры, да, это не то, что к вам именно относится, может, кто-то послушает, вам полезно это будет послушать, да, но у вас там есть этот моментик, вы сейчас поймете, в чем дело. Вот эти сексуальные моменты, да, когда не могу кого-то к себе подпустить, я там должна, я верная, или там не, проблемы, не допускаю каких-то серьезных, нормальных, адекватных отношений, или тяну, не могу какую-то интимную близость. Вообще-то это сексуальная фиксация какая-либо и травма. Это про доверие к мужчине,
это про проблемы, любовь, доверие, боль, вот это вот все. У вас однозначно, да, невротизм прослеживается какой-то, надо это разбирать, может быть, это не невротизм, ну, что-то похожее, да, про любовь, там, про чувства и прочее. Но когда такие травмы происходят, это фиксация в сексуальном плане происходит, у девочек это может быть возраст, комплекс Электры, 6-7 лет по Фрейду, если мы берем, да, классификацию. Когда девочка начинает понимать, что осознание, да, происходит, взросление, что папа — это не только мой папа, который там условно родил меня, да, мой папа, любимый, теплый защитник, а он еще мужчина, да, девочка начинает отождествлять папу как еще противоположный пол. Тогда бывает период, когда девочки маму к папе ревнуют автоматически, да, папу там «не целуйтесь», говорят, или «папа мой», фразочки «я выйду за папу замуж». Этому не придаем значения, потому что этот период закончится, девочка просто любит своего папу, влюбляется в него, назовем так, как в мужчину. Это нормальный этап взросления, скажем так, развития ее психики в тот момент. У мальчиков это комплекс Эдипов к маме, там, может быть, да. Какая-то ревность может возникать, и папу ревнуем не только к маме, к другим тетям. Девочка замечает на улице, например, там, в магазине или еще где-то, какие-то другие женщины папу оценивают как не папу, а как мужчину. Вот что происходит. Да? Осознание вообще, отделение папы, расщепление на человека противоположного папу и папу моего родного любимого и противоположного, просто мужчина как противоположный пол. На самом деле это процесс в мозге, когда у девочки зарождается вот эта сексуальность, формируется образ партнера, кого она захочет, выберет, какие качества у ее там супруга или отношений, что она будет позволять, вот, про любовь, боль, ненависть, это тогда. Если с папой больные отношения, травмы, еще что-то, это и влияет на формирование ее образа в ее голове, мужчины и так далее, каких она спутников, партнеров будет выбирать себе. Следующий важный момент – это первый какой-либо половой партнер, вообще первый вот это вот все, да? Это уже юношеский там, период, ранняя молодость, у кого как это происходит. То есть травма тоже может быть очень важная. То есть как это было, какой человек, было ли давление, любила, не любила, была ли жертва насилия, скорее всего. Это очень сильно влияет всегда, если жертва насилия в этот период. Первый, короче говоря, вот эта связь, она очень сильно тоже фиксируется, обращает на себя внимание, очень несет за собой последствия. Если это было сделано, скажем так, как-то грубо, с насилием, с травмированием каким-то психики или неготовностью к этому действию, это тоже может фиксироваться. То есть, условно, мы берем период комплекса Электро, там все было нормально, вот следующий комплекс мог вылезти, проблем вот в этом возрасте. Тоже формирует на то, это очень часто у девочек вот про сексуальность как-то идет, когда она выбирает плохих мужиков, которые, там, не знаю, бьют, не уважают, занижают самооценку, издеваются, там, тираны, физическое насилие, вот всякое такое прочее. Вот отголоски туда потом отходят. Это надо у вас индивидуально разбираться. То, что я сейчас рассказала, вы, по сути, можете что-то из этого, скорее всего, уже поняли, что у вас было. Я куда-то там из этого попала. И вообще, в принципе, это жертва любого сексуализированного насилия. Это не обязательно какой-то акт должен быть. Это сексуализированное насилие, домогательство, какие-то извращенцы на улице, которых встретили, и ребенок был не готов, или подросток, или девочка. Это вообще в любом возрасте. Ну, это так вообще накидываю, да? В общем, любое сексуализированное насилие может нести свой отпечаток, делать травму, и потом вызывать некое отторжение, отрицание, ощущение себя там плохой, грязной, ужасной, и вообще нанести какую-то лепту на вот не допускать для себя, до своего тела вообще никого, выборочно как-то, проблема с доверием, с партнером и так далее. Или я не могу выстраивать отношения, или я боюсь любви, секса, отношений. Это все вот это вкупе из этого всего растет, может вырасти, если вы вообще были просто жертвой какого-либо сексуализированного насилия. Я вообще хочу на эту тему сказать, я не буду отдельно, конечно, видео снимать. Из своей практики за все годы я могу отметить, что очень часто встречается у меня в практике, то есть когда мы уже с клиентками работаем, естественно, не сразу всплывает, не всегда сразу это видно, это очень такая табуированная тема, когда мы до этого докапываемся, всплывает, что девушки подвергались насилию. Не именно только сексуализированно, это очень часто. Но если мы берем прям насилие как по закону, да, как юридическая уголовная ответственность, очень часто, очень, к сожалению. И очень часто, так как мозг это выкидывает вообще,
Есть такая функция у нас в мозге, защитный механизм забыть, вообще с памяти стереть. Иногда люди даже об этом забывают, что с ними это было. Так это потому, что это было очень что-то жесткое, вообще ужасное. Или приминимизировать какое-либо насилие семьи сексуализированное, там дяди, дедушки, там отчим и вся вот эта история. Этому даже могло не придаваться значения, это было типа нормой. А это очень сильные отпечатки вкладывают. Вот это тоже в эту копилочку. Что у вас в частности у автора письма, я не могу сказать из этого. Ну, вы посмотрели, да, какие-то реперные точки я вам дала, где можно поковыряться, вам самой подумать о том, что происходит, что могло быть причиной вашего, скажем так, в итоге поведения. Вам с этим человеком, конечно, уже вы стали чужими людьми, вот по факту, вот так. Это не про любовь, это про мучение, страдания, да, это вот какая-то психотравма за этим стоит, да, это привело к вашему состоянию сейчас в отношениях, к этому привело вот это. Вот это прошлое, что-то там есть у нас. Если вы спрашиваете, что мне с этим делать и как мне это не повторить вообще из этого мрачного круга выйти, с поднятия самооценка, проработка своей травмы, снять обязательно установки. Это стандартно вообще для невротиков история идет. Рекомендации, да. Обязательно обращать внимание, как вы общаетесь, чему воспитываете ребенка своему, чтобы не переносить на него свою тревогу, страхи, свои установки. Ну и, в принципе, все. Над этим надо работать однозначно. Это 100% очень у вас глубоко базово в прошлом. Это прям гадалки не ходи, это вам сразу говорю. И если у вас вопрос, а можно ли с этим что-то сделать, да, можно. Если у вас будет желание, вы можете над этим работать, все может измениться. И вы выработаете доверие, и у вас, скажем так, уйдет вот этот запрет некий сексуального плана. А установки, когда снимете, создадите себе новые, я прекрасная, у меня много ухажеров, я выбираю, с кем я буду, я себя люблю и принимаю. Здесь это все про нелюбовь к себе изначально, да, я себя не принимаю, не люблю, отторгаю. Поэтому я вот так у меня складывается все. То есть про нелюбовь. Не умею, возможно, любить себя. Потому что родители в детстве не научили, как любить, безусловно. А любили за условия, когда я правильная, хорошая, воспитанная, не гулящая. То, что вы писали, это и есть установки. То есть вы живете установками. Любите себя по условию, выполняю ли я установки. И этот канал надо обрубить. Я себя люблю не по установкам, а вообще априори просто ни за что, за то, что я существую на этом свете. Я хорошая мать, я дала жизнь ребенку, я хороший человек, там, я не преступила закон, я молодец, я умничка. Я себя люблю просто за то, что я такая есть, я веселая, красивая, замечательная. Вот с этого мы должны начинать. Это, в принципе, приводит то, в чем вы сейчас варитесь, к тому, что вас базово вы себя не принимаете, не любите. Вот с этого еще надо начинать. А как себя понять, полюбить, это, конечно, психолог будет с этим разбираться. Что у вас, какие якоря, которые вам запрещают, ставят блок на это. Вот, пообъяснила немножко, надеюсь, что вам что-то стало понятнее. Если вы хотите, чтобы ваши истории видео освещались в инфобоксе под видео, есть почта, присылайте тему письма истории от анонима, я тогда видео зачитаю и дам рекомендации. Хотите индивидуально работать со мной как психологом, тема письма, консультация, вышлю вам информацию по оплате и условиям. И также в инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих интересных новостей из Турции. Подписывайтесь. Скоро увидимся. Всем пока.